Здравствуйте! Мы сегодня будем чистить кофточку от катышек. У меня есть специальная машинка от катышек. И такая вот подопытная кофточка, которая вся скошлатилась по низу. Итак, Ой, что-то она не работает. Батарейки, как? Наверное, сели. Как же? Как ты почистишь свою кофточку? Ой, да ничего. Мы смотрели в интернете один лайфхак, как можно без специальной машинки очистить кофточку от катышек. И сейчас я покажу, как. У меня есть новый станок, и мы проверим, как это работает на кофточке. А это работает. У нас кофточка действительно очищается и становится как новенькая. Причем я могу давить с какой угодно силой, и ткань не рвется, не режется. Ну что, Лена, справились мы? Да. Можем рекомендовать нашим зрителям этот метод? Да. Пользуйтесь этим методом. И всего доброго. Пока.